Кто-то снова хороший. Серег, ну что, снова трофей? Ты просил трофея? Да. Не знаю, не знаю, уже стесняюсь даже говорить, насколько. На небольшом пятаке, не знаю, в камеру будет видно, нет. 7 лодок стоит. 7 лодок. Идет здесь коса. Все ловят окуня. Коса с ракушечником. Но пока особо никто не, смотрю, не таскает. О! Добрал. Но не крупный. Но ест прям в глотку, жадно. Опа, щука взяла. Щука? Да. Ну что, повоюем, малёха, ребята. Нормально, да? Не знаю. Давай. Давно я не видел твоих сопротивлений. Да, опять на этот розовый, как в прошлый раз. Ни хрена себе! Это горбач! Это горбач? Да! Что, рекорд побил, нет? Мне кажется, не знаю, сейчас посмотрим. Но это очень мощный окунь. Ну, приезжаем в твою косу отсюда. О! Вот это да! Даже без удара просто! Какой-то черный, как черный какой-то, блин. Это больше, друган, по-моему. Это больше, чем килограмм, мне кажется. Слышь, Владяй. Вот это окунище, блин. Охренеть. Килограмм 50 грамм. Это коряга, Водяй. Гоните ее ко мне. Нет, это щука, ебать, охуенная. Ладно. Да, это щука, а я вон она. Хорошая, треха, Водяй. Это больше трех. Давай. Томагавка. У Вадима щука большая села. Испытывай томагавк, Вадим. Борьба продолжается у ребят. Сколько? Треха? Ну ты испытал томагавк, слышь? Ты томагавк испытал. Под трех щучка такая у Вадима взялась. В прошлый раз у меня на этом месте клюнуло. Теперь у него. Поймали все равно. Да, вот это да.
Чавку, ебать, сука. Зато хочет кушать тейлспиннер. Есть контакт. Это ты первый раз на отводной, да, Серег, ловишь? Вот так отрываешься. Нет, отрываешься первый раз так по окулю. Это не щуку ловить, здесь азартно. Ух ты! Хороший, 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 хороший клюнул. Опа, вот это сну. Я сдвинуть не могу его. То ли он за коряжку сначала залез. Ну, однозначно хороший, достойный. Это он за коряжкой сначала был, походу. Отличный экземпляр, ребята. Я говорю, отличный экземпляр. Поменьше. Опа! Есть, парни. Вот это трофейный, Дим. Да у тебя какой там трофейный? Так, смех. Это щука. Но если окунь, я охренею. Снова 3.15 биксодик в работе. Щучка, иди ко мне. Да, наверное, по поведению как, да, как щука. Сейчас посмотрим. Не иди в якорную веревку. Нифига себе! Это, походу, мой рекорд по окуню. Окунь, реально, прикинь. Нифига себе, я назад увидел, сколько он большой. Я охренею. Офигеть. Вот это монстры клюют, ребятушки. На Сашин тейлик. Это я, да, сегодня жгу. Фу. Вот это да. Вот это арбуз, ребята. Вот это арбуз. Вешивай, давай, ты уйдет. Не уйдет. Фу. Давайте взвесим. По нолям. Так. Сейчас наврет, смотри.
Кило 70. Точно, точно. Кило 70, ребята, вот это арбуз. Мастер-класс увидели вы, нет? Как ловить? Или еще что ли вам показать, я не пойму. Вы с первого раза нихуя не запомнили, вот я повторил. Слушай, ну, слышь, ну окунь за килограмм один в один, как щука, один в один. Да его не поймешь, я тебе серьезно говорю, он как в стену и пошел. Какой килограмм, они вот такие отсюда маленькие. Прям 60-50. А мне твоя щука тоже на полкило показалась. Она может так и есть. Кто-то снова хороший. Серег, ну что, снова трофей? Ты просил трофея? Да. Не знаю, не знаю, уже стесняюсь даже говорить, насколько. Кабы не щучка вообще. Ну да, похож на окуня по рывкам. Ну такой, нет, не кило, конечно, но грамм 700 точно, наверное, будет. О, телик в шахте. Опа. Да, поменьше, чем килограмм, даже взвешивать не буду. Ну, я думаю, 700 здесь уверенных будет. Приятный. Приятный. О! Вообще красота. Просто красота. И вон он в шахте, тейлик. Блин, камера садится, парни, 1%. Скорее всего, даже, наверное, не покажу его. Хороший окунь опять, трофейный. Сегодня раздача трофея, трофейный окунь вышел жрать. Так вот гнет биксот до 21 грамма он. Трофейный окунь вышел пожрать. Гуляет. О, хорош. Хоть показать вам. Вон, смотрите, друзья. Килошничек снова. Снова килошник. Вот это сегодня окунямбы. Вот это окуняры. Ну что, будем принимать. Хватит. Погулял и хватит. Оба. Телефон, как всегда. Парни, ой, ой. Ребята, ну что, вот такая вот бомбовая рыбалка получилась. Сколько трофейного окуня я сегодня поймал. Вот такие вот кабаны, ребят, не влазят в кадр. Короче, самый крупный окунь. Кило 75 сегодня. Потом кило 50 поменьше, килошные были, подкилошные. В общем, вставлю самые крутые кадры в видосе, много чего пообрезаю, потому что поймал реально полсотни, наверное, хвостов, зачетных хвостов, там, от 300 там, грамм и до килограмма. Естественно, все вставлять не буду, никакой пленки не хватит, вставлю что-нибудь самое такое интересное. Работали тейлспиннеры от дяди Саши Шамарина, в начале рыбалки ратлины. Чуть-чуть поработал в промежутке отводной поводок. В общем, душу просто мы вот с друзьями отвели по полной. Просто суперская рыбалка.
Подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.